мероприятие, хочется пойти. А какие ожидания, что бы вы хотели там увидеть? Ну, я думаю, что, во-первых, здесь будет очень грандиозное шоу, будет интересно, и такое количество большое людей соберется, будет очень весело, интересно, чем занимаются наши регионы, как развиваются, они же привезут нам свои, скажем так, сюрпризы, свои какие-то интересные достижения. Я приехала сюда из Санкт-Петербурга. Планируете ли вы завтра на выставку России? Да, специально сюда для этого приехала. И какие ожидания у вас? Ну, судя по тому, какая идет подготовка, я думаю, впечатление у меня будет море.